Будем, в принципе, сегодня говорить. Мы будем говорить о том, что сегодня у компании Oriflame очень уникальное позиционирование. Мы шли к этому достаточно давно, с далекого 1967 года. И мы понимаем, что красота, она должна быть всеобъемлющей и комплексной. Красота, она должна быть, совмещать в себе огромное количество пазлов, вот, чтобы картина была естественная, красивая. А ведь совершенно разные краски, совершенно разные текстуры. И поэтому в данном случае мы говорим о том, что мы, как шведский бьюти-бренд, понимаем, что красота – это такой вот симбиоз, микс внутреннего и внешнего. Это не только то, как ты выглядишь, это то, как ты себя чувствуешь. Это возможность создать совершенно разные образы и, в том, и быть абсолютно счастливым. Что для нас с вами красота? Прежде всего, это счастье. А счастливый человек – это тот человек, у которого абсолютно все гармонично. И поэтому мы, как бьюти-тренд и бьюти-бренд, будем говорить о том, из каких же составляющих состоит красота. Сегодня одной из первых составляющих, конечно же, является комплексный уход за кожей. И наши продукты, которые, в принципе, будут говорить о красоте, о том, что мы можем снаружи и как мы можем снаружи омолодить свою кожу. Итак, давайте посмотрим. Компания Oriflame, далекий 1967 год. Именно тогда, в эпоху синтетического бума, братья Роберт и Йонас Афьокники думали, что же такое придумать для нашей компании, или что такое придумать, чтобы компания была максимально полезно. И тогда одна из жен предложила: создайте то, без чего не может обойтись ни одна женщина. Создайте кремы, но только так, чтобы они содержали натуральные компоненты. И сегодня это легло в основу, вернее, именно тогда это легло в основу. А сейчас мы действительно с гордостью говорим, что с далекого 67-го года, с прошлого века, наша косметическая продукция содержала средства, которые включали в себя растительные натуральные компоненты. Проходило время, и тем не менее, тогда еще было самое важное, самый важный ключевой сегмент – это уход за кожей. Сегодня мы очень часто можем слышать у наших клиентов или у наших потребителей, или у наших знакомых, почему я должен покупать твои средства по уходу за кожей. Я думаю, что многие из вас слышали, да, такие вот комментарии в свой адрес, почему я должен покупать твои средства по уходу за кожей. Ну, потому что для того, чтобы их мы могли правильно рекомендовать, мы должны сами ими пользоваться, мы должны ими гордиться, и мы должны осознавать, что все наши средства – это вдохновленные мечтами лучше от природы и лучше от науки. Итак, давайте посмотрим. Средства наши, действительно, для того, чтобы они создавались, у нас все есть предпосылки для успеха. Это и наш экспертный опыт, где более 160 ученых внедряют, рождают косметические формулы. Ведь это не только врачи, косметологи, дерматологи, это действительно огромное количество всех научных сотрудников этой физики и химики, которые пишут формулы, которые создают что-то нечто уникальное, дающее возможность нам получить максимальный результат. Мы ежегодно проводим более 150 клинических и потребительских тестов. Мы говорим о том, что у компании Oriflame есть 7000 добровольцев, которые абсолютно бесплатно и безвозмездно хотят увидеть на себе все прелести наших косметических средств. А чего стоят только наши натуральные компоненты? Ведь компания имеет 800 поставщиков, которые привозят из разных уголков земного шара более 1500 растений, из которых мы рассматриваем ингредиентный состав для того, чтобы увидеть их уникальность в косметических средствах. Мы одна из немногих компаний, которая старается каждую свою инновацию патентировать. И патент – это
Я могу сказать, это гордость. Это вот такое вот как бы вручение Оскара на уникальность, на инновацию, на гордость наших косметических средств. Сегодня у компании Oriflame уже 20 патентов. Это не только средства по уходу за кожей, это и средства по уходу за телом, и декоративная косметика, и формулы тональных основ. Но 9 патентов на стадии получения, и мы горды этим. Если говорить о сотрудничестве, то компания Oriflame признана в академических кругах, и в том числе мы сотрудничаем с огромным количеством университетов. Ярким примером является Каролинский медицинский университет. Мы сотрудничаем с медицинским университетом в городе Лунде. Мы работаем только с теми учеными, которые являются практикующими людьми, которые максимально понимают, максимально адекватно относятся к нынешней ситуации, к потребностям рынка и к потребностям нашего потребителя. Компания Oriflame является членом ассоциации прямых продаж, а это значит, что мы передаем наши уникальные продукты из рук в руки, с рекомендацией, с консультацией, желанием помочь. Почему так появилось? Потому что, наверное, первые, да, вот такие вот весточки прямых продаж, они были еще в далеком 1967 году. Именно тогда в Швеции женщинам не принято было работать. Считалось, что если мужчина не обеспечивает семью, только в этом случае женщина шла на работу. И каждый мужчина старался принести в дом достаточное количество денег и средств для хорошего существования семьи. Женщинам ничего не оставалось, как скучать, и поэтому они собирались друг у друга в гостях, за чашечкой чая и тестировали продукцию, разговаривали, вели какие-то светские беседы. Вот так вот первые домашние встречи появились в компании Oriflame. Именно на таких домашних чайных церемониях тестировалась наша продукция, проводились первые мастер-классы. И поэтому сегодня ассоциация прямых продаж — это еще один вид бизнеса, еще один вид построения финансовой независимости каждого индивидуального члена нашего общества. Ну а говоря о сегодняшнем портфолио продуктов, могу сказать, что они делятся на 4 категории. Итак, первое – это природный уход. К этой категории мы относим коллекцию Экобьюти. Практически 100% натуральная, содержит огромное количество растительных экстрактов, масел, восков. Это та серия, которая обладает мощнейшими питательными свойствами. И говоря о коллекции Экобьюти, в данном случае могу сказать, что серия включена и состоит уже из 6 продуктов, которые обеспечивают полноценный комплексный уход. Следующая серия – это серия Love Nature. Она характеризует базовый уход. Что такое базовый уход? Это возможность нам с вами впервые познакомиться с видами очищения, какие они могут быть, очищающий гель или очищающее молочко. Тоник может быть отдельно содержащий спирт, например, как в серии «Чайное дерево», да, специально для жирной кожи. А может быть наоборот, не содержащий спирта, как в серии «Ромашка». Здесь есть кремы дневной и ночной. Но если, например, в базовой серии Love Nature нет ночного крема, вы должны смело понимать, что это серия для молодой кожи. А молодая кожа в состоянии восстанавливаться в ночное время самостоятельно. У нас обновляется коллекция Optimals, и мы ее переносим в основной уход. Что это значит? Это значит, что появляются все те же уникальные 6 продуктов, куда включены и очищение, и тонизирование, и сыворотка, и крем по уходу за кожей вокруг глаз, и дневной, и ночной кремы. И все эти продукты, они имеют такой, скажем, недорогой в плане финансов недорогую возможность комплексно ухаживать за кожей, но обеспечивают они благодаря своему натуральному ингредиентному составу, да, натуральным компонентам, они обеспечивают уход за кожей вот в должном уровне. Но не стоит путать хороший уход и максимальный уход. Не стоит путать хороший эффект и максимальный эффект. Так вот, эффект максимальный нам подарит 4-й вид продуктов, да, 4-я категория средств – это интенсивный уход. Это коллекции Novage, это те продукты, которые нам действительно много чего интересного говорят.
Ну, для того, чтобы перейти непосредственно к тому, как влияют эти продукты на нашу кожу, я хотела бы, чтобы мы провели небольшой краткий экскурс в нашу кожу. Итак, давайте немного поговорим о ней. Итак, наша кожа – один из самых крупных органов человеческого тела. Ее поверхность достигает от 1,5 до 2 квадратных метров. И на самом деле кожа – это единственный орган, который мы не можем скрыть, его абсолютно всем видно. Вы знаете, в данном случае всегда в ушах звенят слова Магнуса, когда Магнуса Бренстрома, когда говорит он о том, что кожа – это единственный орган, который вы не можете скрыть. И от того, как вы за ним ухаживаете, вам этот орган носить всю жизнь и не спрятать перед лицом окружающих. Так вот, я всегда об этом думаю и понимаю о том, что на нашу бедную кожу лица выпадает столько всякого разного негатива. Это и солнечные лучи, ультрафиолет, это и перепады температуры, это и морозный воздух. А сколько грязи летает, особенно в мегаполисах, да, выхлопные газы, сколько всевозможных бактерий и вирусов. И на самом деле все это оседает на кожу. Но у кожи есть самое важное, у нее огромное количество функций, но самая важная функция – это, конечно же, защита. Наша кожа нас защищает от всего. От солнца, от ветра, от снега, от мороза, от вирусов, даже от порезов. Если вы порезали руку, то буквально через несколько секунд она начинает порез, начинает затягиваться. Почему? Потому что основная функция кожи – защитить, и целостный покров должен быть невредим. Вернее, кожный покров должен быть невредим. И вот эти все факторы так сильно подтачивают нашу кожу, вот и прям провоцируют, чтобы она старела. Так вот, почему наша кожа стареет? Есть внутренние факторы, есть внешние. Давайте с вами рассмотрим внутренние факторы. Итак, первое – это замедление синтеза коллагена и эластина. То есть что это значит? Это значит, что стареет наш организм, стареет на обновление или замедляется обновление на клеточном уровне. Это значит, что замедляется синтез коллагеновых и эластиновых волокон. Наша кожа с возрастом начинает все больше и больше терять влаги. Наша кожа повреждается благодаря тому, что на нее ее просто атакуют свободные радикалы. Это такие нестабильные активные молекулы, которые, соприкасаясь с клеткой, вытягивает из нее атомы, идет вот такой вот разрушительный окислительный процесс. Какие процессы старения воздействуют на нашу кожу извне? Конечно, я уже вам об этом говорила, это и солнечные лучи, это плохая экология, это то, что мы с вами неправильно питаемся. Говоря о неправильном питании, в данном случае могу сказать о том, что ошибочно мнение, когда женщина сидит на диете. Когда она себя ограничивает в каком-то, например, поступлении каких-либо других питательных элементов. Ведь для нашей клеточки, для каждой нашей клеточки, клеточек кожи не исключение, важны, очень важны 6 вещей. Это белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и вода. Именно тогда она становится более крепкой, более здоровая. Она после себя синтезирует более здоровую клеточку молодую, и тем самым процессы старения отходят на дальний план. Поэтому если вы планируете себя посадить на какую-то жесткую диету, бессолевую или безуглеводную, или еще какую-то, помните, что первыми, что начнет страдать, это будет страдать ваша кожа. Вредные привычки, а также курение – это еще один внешний фактор, который негативно воздействует на нашу кожу. Стрессы. Мы всегда подвергаемся стрессам. Но вопрос, как мы к этому относимся. Если мы с вами хотим, чтобы то, что нас вокруг окружает, приносило нам огромную радость и удовольствие, то поверьте, это не стресс, это радость. Люди, которые вас окружают, это не стресс, а это удовольствие. И поэтому с четким пониманием и позиционированием своей жизненной позиции нужно понимать, что все, что происходит в вашей жизни, это не стресс, а это радость и это хорошее ваше отличное самочувствие. Я говорила о перепаде температуры, а также сухой воздух, который просто заставляет клеточки нашей кожи интенсивно или вообще нашу кожу интенсивно терять влагу. Зная эти процессы, как внешние, так и внутренние, важно, чтобы вы понимали, что мы можем на 80% приостановить или повлиять на факторы старения нашей кожи. Это важно. Ну а какой же путь старения кожи? Он достаточно интересный. Какой он может быть в 20, а какой он может быть в 50? Давайте с вами посмотрим. Итак, если вам только 20 лет, то в принципе
Важно понимать, что здесь есть небольшие факторы старения, такие как тусклость, неровная текстура или расширенные поры, и не всегда девочка в 20 лет замечает такие изменения на своей коже. И в данном случае хочется отметить важную вещь, что на самом деле именно в этот период, когда первые начинаются звоночки со старением кожи, девочки на это не обращают внимания. Но девочка в 30 лет уже начинает замечать, что на коже появляются мимические морщины, что кожа становится более тусклой и та все так же неровная текстура. И вот тут вот очень важно, они начинают обращаться к специалистам или искать специалистов, которые помогут минимизировать процессы старение. Что происходит с нашей кожей в 40 лет? Ко всем тем спецэффектам, которые были в 20, которые в 30, да, это и неровная текстура, и тусклость, и морщины, появляется еще один четвертый спецэффект – это потеря упругости и оплывание овала лица. И в данном случае хотелось бы отметить, что на самом деле важно, что если вы замечаете такие вот особенности кожи в этом возрасте, то это естественные процессы, на которые мы тоже можем повлиять. Ну а к 50 годам появляется не только неровность, ровная текстура, тусклость, морщины, оплывание овала лица, еще и появляется возрастная пигментация, еще и называют гиперпигментацией. Почему? Потому что на самом деле в этом возрасте уже дают сбои в работе огромное количество клеточек, в том числе и клеточки меланоциты, которые выбрасывают особый пигмент меланин. Зачем нам нужен уход за кожей? Вот теперь давайте подумаем о том, что кожа или забота о коже, она должна начинаться не только снаружи, она должна начинаться вообще с правильного образа жизни. Это и то питание, которое вы понимаете, что все, что бы вы ни клали сегодня в свой ротик, питательные элементы этого продукта или отсутствие питательных элементов скажется на состоянии вашей кожи. Это, конечно же, здоровый сон, который должен обеспечивать нам и как минимум 7-8 часов крепкого здорового сна ежедневно должно быть для того, чтобы кожа выглядела отдохнувшей. И необходимое количество воды. Почему? Потому что дерматологи считают, что 8-10 стаканов чистой воды в день – это хорошо для нашей кожи. Кожа наполняется влагой изнутри. Очень важно, чтобы мы использовали и защищали свою кожу от солнца. В любом случае хотим, чтобы кожа получила загар, помните, выставлять ее просто незащищенную нельзя, это преступление, это ударная доза солнечными лучами, это и ожоги, а также разрушение клеточных ДНК. Ну вот, солнцезащитные средства, использование широкой шляпы – это все то, что дает возможность получить и равномерный легкий загар, и максимально защитить от повреждений кожи. Физические нагрузки. Я могу точно вам сказать, что как бы вам тяжело ни было в спортзале, либо в вашей комнате, где вы занимаетесь спортом, помните, что напрягая шею, мышцы лица, вы делаете естественный лифтинг кожи. И это тоже очень важная составляющая. И в принципе, отказ от вредных привычек подарит вашей коже и красивое сияние, и совершенно другой оттенок, тон кожи будет здоровым, и вы будете себя чувствовать, конечно же, хорошо. Это ваш образ жизни. Это то, что будет в первую очередь хорошо складываться, и как ваша кожа будет хорошо выглядеть. Ну и, конечно же, правильно подобранный косметический уход. Вот что может сделать уход за кожей для лица? Первое – это нормализовать уровень влаги. Что это значит? Выпивая нужное количество воды, используя косметические средства, вы создаете вот такую вот водно-липидную мантию из косметических средств, которые максимально будут защищать кожу от потери влаги. А это значит, что это будет хорошо сказываться на ее состоянии. Вы обеспечиваете здоровый баланс, вы превозвращаете коже природный pH, баланс кожи, благодаря косметическим средствам. Вы защищаете кожу от негативного воздействия свободных радикалов, потому что чем старше крем, тем в нем больше антиоксидантов, которые закрывают клеточки и не разрешают свободным радикалам повреждать их. Вы минимизируйте признаки старения и, конечно же, старайтесь, чтобы кожа выглядела гораздо моложе, даже если неизбежны гормональные изменения в нашем организме.
Поэтому, ухаживая за кожей, вы должны понимать, что максимальный эффект нашей кожи может подарить вот снаружи интенсивный уход. Что это такое? Интенсивный уход – это индивидуальное решение особых потребностей или индивидуальных особенностей нашей кожи. На что он направлен? Прежде всего, он направлен на предотвращение или минимизацию каких-то интенсивных признаков старения. Что интенсивный уход включает в себя и высокие инновации, и запатентованные технологии, он включает в себя экстрагированные активные компоненты стволовых клеток. Интенсивный уход мы рекомендуем в использовании комплексного ухода. Почему мы пришли к выводу, что нам нужен вот такой вот интенсивный уход и те средства, которые мы продвигаем под интенсивным уходом, то есть средства в серии на потому что у нас было беспрецедентное исследование, потребительское исследование, которое называется Age Reflect, где мы анализировали процессы старения. Вот перед вами на слайде особый аппарат Visio, когда вставляется туда вставляется лицо, идет высокоточное сканирование, высокочастотная фотография, всевозможных уровень расширенности поры, глубина морщины, неровность, текстура, глубинные повреждения кожи. И вы знаете, что на самом деле были определены 23 признака старения, но мы можем точно сказать, что благодаря этому исследованию на 12 признаков старения мы с вами точно можем повлиять. Ну, мы с вами можем повлиять на потерю сияния кожи, мы сможем с вами замедлить процессы образования морщины, процессы оплывания овала лица, мы с вами можем замедлить гиперпигментацию. И вот об этом мы с вами будем говорить. Почему? Потому что серии средств NovAge, они решают непосредственно эти проблемы. Если мы говорим о NovAge True Perfection, то дарит сияние и выравнивает тон лица, сужает поры. Серия NovAge Collagen минимизирует образование морщин, а также глубоких морщин. Серия NovAge Ultimate Lift помогает нам бороться с такой особенностью кожи, как образование потеря упругости. И серия NovAge Time Restore, серия, которая появилась у нас совершенно недавно, буквально в третьем каталоге, она нам помогает бороться, кроме всех вышеперечисленных вопросов, еще с одной проблемой – возрастная гиперпигментация. Серии NovAge, большого бренда NovAge. Без чего они не могут обойтись? Вообще бренд NovAge без чего он не может обойтись? Без очень важных двух составляющих. Без стволовых клеток растений, да, или экстрагированных активных компонентов. И второе – без запатентованных технологий. Благодаря этим двум составляющим мы можем говорить о том, что мы комплексно и интенсивно решаем, максимально решаем неровности и изменения кожи. Хотим получить результаты, да, вот такая вот как бы информация о брендах, то везде у нас есть результаты. Пользуясь серией NovAge Time Restore, мы в 11 раз делаем кожу более сияющей. Кстати, на 83% дарим больше увлажнения. Используя серию NovAge Collagen, сокращаются морщины на треть. На 70% более подтянутая упругая кожа, если мы пользуемся серией NovAge Ultimate Lift. И мы, естественно, выглядим моложе. В 4 раза улучшается состояние кожи в зрелом возрасте, пользуясь серией NovAge Time Restore. Это все бренд NovAge. Давайте поговорим более подробно о каждой серии. Что это такое? Итак, NovAge True Perfection решает основную проблему – это тусклый цвет лица, неровная текстура, а также расширенные поры. Хотим бороться вот так вот, тогда очень важно, чтобы мы обратили внимание на тот растительный комплекс, который включен в эту серию. А сюда включен экстракт персидской шелковой акации, а также стволовые клетки ягод асаи. Именно эти два продукта, да, две составляющих, растительный комплекс, экстракт персидской шелковой акации, стволовые клетки ягод асаи, дают возможность нам получить максимальную антиоксидантную защиту, точно так же стимулировать процессы обновления на клеточном уровне и, конечно же, нейтрализовать негативное воздействие окружающей среды. Результат достаточно потрясающий. Узкие поры, увлажненная кожа и в 11 раз она более сияющая. Итак, если вот такой вот посмотреть на такой вот небольшой информационный минимум, то мы бы позиционировали серию NovAge True Perfection как преображение кожи. Почему? Потому что есть особо проблема. Ваша кожа тусклая, ваша кожа устала, ваша кожа бледна. Вы заметили, что
Поры стали более явными, широкими. Для этого есть потрясающее решение. Серия Novage True Perfection с экстрактом персидской шелковой акации, со стволовыми клетками ягод асаи и достаточно великолепный, потрясающий результат. И сияющая, и увлажненная кожа. Следующая линейка, да, в бренде Novage – это серия Novage Collagen, которая решает одну из основных проблем – это проблема образования морщин. К чему приводит образование морщин? К тому, что замедляется выработка особого структурного белка в коже – это коллагеновых волокон. Ну, достаточно, наверное, просто заметить, что если, например, вы приобрели домой новый матрас, да, вот такой вот красивый, хороший, ровный, ортопедический, на пружинах, и вам достаточно очень комфортно в нем спать, то поверьте, что поверхность матраса – это ваша кожа. И если вдруг в вашем матрасе поломалась одна пружинка, вторая, третья, вы понимаете, что поверхность уже неправильная, она провисает. Вот точно так же провисает и ваша кожа. Потому что именно в этом месте недостаточно коллагеновых волокон. Кожа провисает, что любое провисание – это, конечно же, морщина. В серии Novage Collagen есть замечательные комплексы. Первое – это та наша уникальная трипептид-технология на основе трех пептидов, трех растительных компонентов – экстракта риса, пшеницы и дрожжей. Именно эта технология еще в далеком 2004 году в коллекции Collagen достаточно хорошо себя позиционировала. Она помогала клеточкам синтезировать молодые коллагеновые волокна. Но сегодня мы усовершенствовали серию коллаген. И в бренде, вот в серии Novage Collagen у нас появились еще и стволовые клетки растений семейства посленовых, которые обеспечивают достаточно бурный рост коллагеновых волокон, за счет чего мы смело говорим, морщины выталкиваются изнутри на треть. То есть это не значит, что их на треть станет меньше, это значит, что на треть они разглаживаются на поверхности кожи. Давайте посмотрим на небольшой информационный минимум об этой серии. Итак, серия Novage Collagen. Кому она может быть рекомендована? Если вы заметили образование морщин и никак не можете на это повлиять, то однозначно на это нужно влиять косметическим средством. Поэтому правильное решение – использование серии Novage Collagen, где есть две инновационных составляющих. Запатентованная трипептид-технология и стволовые клетки семейства посленовых растений, да, позволяют нам говорить о том, что идет рост коллагеновых волокон, за счет чего сокращаются мелкие и глубокие морщины. Третья серия, на которую я хочу обратить ваше внимание, это серия Novage Ultimate Lift. Серия, которая решает одну из таких основных особенностей кожи, как потеря упругости, ну и, конечно же, образование морщин. И на самом деле скажу, что в данном случае решить эту проблему нам помогло наша уникальная разработка, это технология Aspartalift. Причем скажу, что эта технология, ну если мы патент в среднем на косметическую формулу ждем 3-4 года, то Aspartalift мы в течение года получили на него патент. Это достаточно очень громко, это достаточно ярко. Я бы назвала, знаете, как слышала одного из моих руководителей, который назвал, что Aspartalift – это Виагра для клеток фибробластов. Именно эта технология стимулирует клеточки фибробласты работать как 20 лет назад, работать еще сильнее, еще интенсивнее, вырабатывать эластиновые волокна, чтобы наша кожа была более подтянутая. Конечно, стволовые клетки растений. В данной серии это растение, среднеазиатское растение, цветущее растение Будлея Давида, которое борется с образованием глубоких морщин. Говоря об этом патенте на технологию Aspartalift, вот посмотрите на слайде, вот эти вот внутри связующие такие вот как звездочки, да, это те особые клетки фибробласты, которые синтезируют коллагеновые эластиновые волокна. Но с возрастом этих клеточек становится очень мало, и поэтому, в принципе, очень слабо идет синтез, и поэтому у нас и оплывает овал лица, а также и кожа провисает. И поэтому, в принципе, работая
Технология аспарта-лифт заставляет эти оставшиеся клеточки, ведь их новых не появляется, работать как 20 лет назад, работать как молодые. И тогда больше эластиновых волокон, больше коллагеновых волокон, и наша кожа более подтянутая, она более упругая. И есть свой результат. Клиническое исследование показало, что на 70% больше подтянутости лица. Давайте посмотрим на информационный минимум, на который вот хотелось бы сказать. Итак, если ваша кожа не такая упругая, как вы хотели бы, если вы видите, что контур лица стал менее четким, и вы хотите вернуть четкость линий, а для этого есть правильное решение, это технология NovAge Ultimate Lift. Говоря об этом решении, могу сказать, что правильно, потому что запатентованный комплекс аспарта-лифт, потому что стволовые клетки растений Будлея Давида и достаточно очень высокие результаты – это восстановление упругости кожи, а также сокращение морщин. Четвертая финальная серия, которая появилась совершенно недавно в третьем каталоге – это серия NovAge Time Restore. И могу сказать об этой серии, что на самом деле мы ее все очень сильно ждали. Она в себе воплотила и серию «Власть над временем», и серию «Власть над временем Intense». И если говорить о том, какие проблемы она может решить, то в принципе абсолютно все проблемы зрелой кожи. Ведь ближе, наверное, к возрасту 50 у нас в женском организме замедляется выработка особого женского полового гормона эстрогена. Именно он очень хорошо работает с нашими клеточками кожи. И если гормона становится все меньше и меньше, клеточки не получают никакого стимула, никакого толчка к работе, естественно, они засыпают. И явными проблемами такой зрелой кожи мы видим как образование пигментных пятен, как сухость кожи, как образование глубоких морщин, а также обвисание лица. Поэтому в данном случае для того, чтобы нашу кожу взбодрить, для того, чтобы наши клеточки заставить работать, у нас есть замечательный продукт, это серия NovAge Time Restore, которая состоит из двух важных ключевых компонентов. Первое – это технология генистеина сои. Эта технология была включена в предыдущие серии «Власть над временем» и «Власть над временем Intense». И именно она помогает непосредственно клеточкам вырабатывать коллагеновые волокна, она помогает коже выглядеть более упругой, увлажненной. Эта технология защищает нашу кожу от образования или негативного воздействия окружающей среды. И второе – это стволовые клетки растений, особого растения, всеми нами известного подорожника. Но если вы вдруг запомните, что эту серию зовут стволовые клетки особого растения Plantago lanceolata, то в этом случае вы просто всех покорите. Почему? Потому что именно эти стволовые клетки, они стимулируют синтез коллагеновых, эластиновых волокон. Они воздействуют на возрастную гиперпигментацию, воздействуют на клетки меланоциты и регулируют выработку меланонина. Они помогают нашей коже максимально дышать, максимально получать питательные элементы от полученных средств. И есть клиническое доказательство, что при регулярном использовании серии NovAge Time Restore в 4 раза улучшается состояние зрелой кожи. Итак, для того, чтобы решить наши проблемы в возрасте после 20, после 30, после 40 и после 50, для этого есть явные решения. Серия True Perfection, серия коллаген, Ultimate Lift или Time Restore. И помните, что одной из самых важных и правильных рекомендаций всегда является комплексный подход к красоте. Что это такое? И почему мы об этом говорим? Мы об этом говорим, потому что на самом деле эффективность должна быть максимально эффективной. Пусть и масло масляное, но тем не менее, выбирая, чем вы можете пользоваться, одним продуктом или полностью комплексно подходя к своей красоте, вы должны понимать, что эффект вы получите в 7 раз более впечатляющие результаты, если вы будете использовать серию максимально комплексно. Как ее использовать? Для этого есть важная программа ухода. И в данном случае скажу, что программа ухода не такая сложная. Это возможность использовать все продукты вместе. Это возможность
профессионально в домашних условиях подойти к комплексной красоте. Ну и, конечно же, это возможность еще и хорошо зарабатывать деньги. Эта программа состоит из 4 важных шагов. Это программа, которая затянет, да, или заберет у вас всего лишь 2 минуты вашего драгоценного времени. Но эта программа, как и любая система в жизни, в работе, она должна начинаться утром. И, конечно же, эта программа должна дублироваться вечером. Но с изменением всего лишь ни одного косметического продукта. Итак, комплексный подход к красоте. Полная программа косметических средств включает в себя важные 4 шага. Первый шаг – очищение. Второй шаг – уход за кожей вокруг глаз. Третий шаг – активация. И четвертый – основной уход. И в данном случае я хотела бы вам сказать одну очень важную вещь, что на самом деле это те 4 шага, о которых сегодня говорит весь мир и вся мировая косметология. Уход за кожей – это очищение, это уход за кожей вокруг глаз, активация, основной уход. Именно так они будут максимально комфортно, максимально эффективно воздействовать на нашу кожу. Что входит в шаг очищения? Неизменно 2 продукта – очищающие средства и тонизирующие. Почему? Потому что очищение помогает нам избавиться от макияжа или остатков макияжа, грязи, пыли, смога, жира. А вот тоник, он возвращает или завершает процесс этого шага очищения, он сужает поры, удаляет остатки очищающего средства и возвращает коже природный pH-баланс. Второй шаг, очень важный, необходимый, это уход за кожей вокруг глаз. Эта зона у нас достаточно самая деликатная, в ней практически отсутствует подкожно-жировая клетчатка. И уход за кожей вокруг глаз вызывает свои особые потребности. Кожа очень быстро растягивается, то есть там, механическими повреждениями, растягиваниями кожи. У нас появляются небольшие морщинки. И в принципе в 20 лет гусиные лапки у девушки – это норма, потому что кожа растягивается, кожа повреждается и кожа не увлажнена. Крем для век имеет очень легкую текстуру. Все кремы для век одобрены офтальмологами. Кремы для век обеспечивают максимальное увлажнение как утром, так и вечером. И утром крем для век является прекрасной основой для нанесения макияжа, а вечером крем для век восстанавливает кожу после дневного стресса. Активация. Использование сывороток. Если еще несколько, 2-3 года назад мы говорили о том, что сыворотками нужно пользоваться курсами до полного использования баночки, а потом делать пару месяцев перерыв, сегодня все мировые косметологи будут вам говорить, сыворотка – это неотъемлемая часть как утреннего, так и вечернего ухода за кожей. Третий шаг – активация, он обязан быть. И сыворотка – это возможность получить максимальный результат. Не хороший результат от использования средств, а максимальный результат. Знаете, одна из моих коллег недавно сказала, что сыворотка – это локомотив, который завозит в кожу огромное количество питательных элементов, целый поезд питательных элементов, потому что сыворотка имеет легкую текстуру. Она сама обогащена полезными питательными элементами, но и сверху, когда на нее наносятся или дневной, или ночной кремы, обязательно прямо по влажной коже вовнутрь заезжают и витамины, и все полезные компоненты наших косметических средств. Ну а использование дневного крема всем нам известно. Не будете увлажнять кожу утром и защищать ее от солнечных лучей, не будете получать должного результата. Не будет защиты от солнца, кожа будет повреждаться и стареть. А вот ночной крем, он более питателен, более плотен. И, конечно же, ночной крем содержит больше витаминов и его составляющая позволяет нам в ночное время нашей коже непосредственно восстанавливаться. В данном случае, я думаю, что у многих, если встречались в вашей жизни клиентки, которые говорят, мне не нужен дневной или ночной крем, мне нужен только один крем, который бы помогал моей коже. Тогда хочется ответить или задать вопрос, вы спите в той же одежде, в которой вы ходите днем, или наоборот, вы ходите на работу в той одежде, в которой вы спите ночью? То есть на самом деле кожа, как и человек, она должна иметь разные одежды для того, чтобы комфортно себя чувствовать в совершенно разных ситуациях. Сегодня мы с вами говорим о том, что красота –
комплексная, что сегодня мы, она должна состоять и из внутренних, да, из как бы внутреннего состояния, из внешнего. И мы, как бьюти-тренд, мы точно верим, что настоящая красота, она должна состоять из комплексного ухода за кожей, из правильного, здорового образа жизни и, конечно же, из модных трендов. И поэтому в завершении своего небольшого, да, тренинга я могу точно сказать, что комплексный уход для каждой женщины, он очень важен. Именно он дает максимальный эффект, хороший результат, максимальный результат. Вы просто приобщаетесь к тому, что вы пользуетесь не дорогими средствами, а средствами, которые делают вас дорогой, вас единственную и любимую, и неповторимую. Поэтому в данном случае я желаю, чтобы вы максимально комплексно подходили к решению проблем или индивидуальных особенностей своей кожи, используя наши косметические средства. Ну а дальше, на следующей нашей встрече, 5 апреля в 3 часа дня, вы об этом вот внесите в свои, пожалуйста, графики активности, но я вас приглашаю на то, что поможет нам с вами выглядеть не только красиво снаружи, но и то, что подпитает нас изнутри. О том, как правильно рекомендовать, с чего начать самому, какие главные основы должны быть в том, чтобы сменить свои привычки и перейти к здоровому образу жизни, ну, как минимум в питании и в подпитывании своего организма полезными элементами. То есть, другими словами, 5 апреля категория wellness и ровно в 3 часа. Ну и буквально через неделю после 5 апреля мы с вами поговорим о тех трендах, которые сегодня диктуют мода. Если у вас есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Я вот сейчас открываю чат. В чате написано, что меня никто не слышал. Хочется знать, слышно. Вот тут вижу, что слышно. Вот, отлично, отлично. Вопросов пока у вас нет. Но если у вас нет вопросов, что ж, я тогда с огромным удовольствием завершаю свою встречу. Я желаю вам отличного завершения нашей продуктовой, продуктивной недели. И я желаю вам красоты неописуемой. Вот что вы в правильном месте, вы среди тренда, вы в самой мощной, красивой бьюти-компании, компании Oriflame. До свидания, хорошего дня и хороших выходных.